24 год, 19 октября, ребенок с диагнозом Дауна, это хромосомные операции, наблюдается у нас в течение 6 месяцев. Ничего в Америке росла? Ну, в течение одного года, но редко приезжает и лечится не совсем, как мы хотели бы, дисциплинарно, но все равно те назначения, которые мы делаем, они принимают, и оказывается, есть хорошие результаты. Именно какие результаты, давайте узнаем. Канака яхшы узгарышлар болды. Юзларда узгарыш болды. Саша скажу, на лице есть, говорит, хорошие изменения, становится меньше похоже на болезнь Дауна. Yani Даун кесали, камра ухшап коля. Лицо меняется. Переносится, меняется, вот большой палец и уши. Покажите уши тоже. Кулагнем гусати. Кулагнем вот узгаришла, говорит, тоже хорошие изменения наблюдается. Второе, у него еще имеется комбинированный порог сердца, и на это тоже мы сейчас лечение начинаем. Несмотря на это, у ребенка не как раньше перестал простудиться. Простудаться болмием, шамолаш? Овальгидай, юкалфон. Как приехали к нам, башни кидерин, совсем нет простуды. Почему? Потому что принимает из наших препаратов, которые мы сами производим, это 100% натуральные препараты без химикатов, это панкрарайт принимает по 3 таблетки 3 раза в день. Еще принимает, значит, Джон Пулат. Да? Вот это 2 препарата они принимают. Бомашина. Поэтому хорошие изменения. И узбекча отбирсам, да он кесали была, я на юрегида комбинированный порог бор. Бізге дойм интизамный кемесем, лекин кеп тұрыпты. Умми хсапты 9 айдан бері на наблюдениямызда. Боланы юзу узгарды, да он kasalliklarini ko'rinishi kamaydi deyapti. O'zingiz gapiring, nima o'zgarishlar bo'ldi? Qattiq-qattiq. O'zgarishlarimiz yuzini ko'rishlar ko'rinishi o'zgardi. Yuzini ko'rinishi o'zgardi. Ichini qatishlari yumshab qoldi, nima bo'lmayapti? Ichini qatishlar, ichi vaqt kelyapti. Какой твой кишечник, какой такой и здоровье. И чагин канде боса, сауни шунде дурди. Волосы появились, голова начала расти правильно. Раньше не двигал руками, не поднимал шею, голову, сейчас уже правильно продвигается. Правильно двигается и очень хороший результат есть. Начал узнать окружающих, интеллект тоже растет. И чай наш был, ютуншан пайдавок полный, томогода хрип ям юкалып кел. Томогода хрип барды, хич турарады. Раньше у него было все время запах изо рта, не мог глотать, жевать. Все время у него было на глотке слюна, и от слюни у него появлялось пищевое понимание, все это ушло. Аллах спас несен, дай Богу вам здоровление.